Всем привет, друзья! Вы на канале Пластилин. Сегодня будет продолжение поиска металлолома в городе без металлоискателя. Я отправляюсь в совершенно другой район, где буду искать различное железо. В общем, как обычно, частный сектор. И пока я сюда шел, мне попались вот такие находочки. Нашел даже одно свинцовое грузило на 30 грамм. Попался вот такой кусочек медной трубки и алюминия. Еще заметил вот такую железку, болтик с гаечками. Рядышком еще маленький кусочек железа. Вот такие узкие улочки. Алюминий. Еще железо. Большая пластинка. И еще вот такая железка попалась, крупненькая. Короче говоря, такой вид поиска подойдет тем, кто любит гулять на свежем воздухе. Можно совместить полезное с приятным. Прогуляться, ну и немножко насобирать железо. Заработать кое-какие деньги. Зацепил железо покрупнее. Также вот такой осколочек.
чугуна. Сочек. Такое железо. Гвоздик. Вот такое железо, немножко медного провода и кусочек алюминия. Продолжаем собирать металлолом. Частенько попадаются вот такие огромные железки, но они, скорее всего, зарыты очень глубоко или даже зацементированы, потому что вообще даже не двигаются. Их никак не достать. Заметил возле дороги вот такую железку. Сейчас попытаюсь ее ковырять. Опа. Ого. Хороший кусочек. Хорошая металлическая пластинка. Также вот такой прутик. Вот такой результат по железу за сегодня. Как обычно, попадались различные болтики, гаечки, множество гвоздей, электродов, мелкие осколки от металла. Попалось несколько крупных предметов. Вот такие массивные плюшки. Такая пластинка. Скажу, что такой вид поиска мне очень нравится, так как не нужно ничего копать, не нужно физически напрягаться, просто ходишь, гуляешь и собираешь железо. Такая кучка медной и алюминиевой проволоки. Еще порадовали два вот таких предмета. Автомобильный грузик свинцовый на 30 грамм и латунная гайка. Свинец понемногу собирается. Думаю, скоро буду его переплавлять в слитки. Также еще хочу показать вот такой небольшой ящик. Все это накопилось буквально за последнее время. Здесь, наверное, где-то килограмм 10 различного железа. Также есть и цветной металл. В общем, скоро я все это дело буду разбирать, сортировать. Ну, а потом сдавать на приемку. Почти все эти предметы найдены на дорогах. Друзья, всем спасибо за просмотр. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, оставляйте комментарий. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь на мой канал.
Дальше будет много интересного.